все, кто живет, да? Проводились когда-то балы, ведь раньше проводились балы, ну вот, ближайшие там 3-4 семьи, собирались на семейные праздники, помолвки, там, крестины, небольшие праздники, пожилые играли в преферанс, а молодежь веселилась. Залы были небольшие, на втором этаже нашего флигеля итальянского есть такая небольшая комната, хотя сейчас все это превращено в номера, где мы полагаем, даже уверены, что там были балы. Вот эта традиция балов, проведений исторических, она возрождается. И вы все видите, сколько нас людей, которым этому рады. А это разве что, это сотая, это тысячная доля тех людей, которые в Москве, в Твери, в Тверской области, в Московской области увлекаются историческими танцами.